Причем я помню, что плохих игр не было вообще в принципе у меня в детстве. Да. Вот, то есть такого понятия, как плохая игра, не было. Была игра, вот, в которую ты не играл еще. Но Угу, была да. игра там на спектруме, где половина вообще не было понятно, никак управлять, ничего не делать. Но мне достаточно было, что вот это вот, и картиночка высветилась. Да. Она причем еще даже не до конца иногда там догружалась, но даже какую-то часть ты увидел, то есть ты уже заглянул в какой-то мир. Вот в Да. какой-то игровой мир ты заглянул, ты уже там побывал. Если она вообще загрузилась до конца, и ты вошел в игру, и там смог передвигаться, там, это вообще уже было круто. Поэтому